Нет, я не плачу и не рыдаю, я потихоньку гардероб перебираю. За этот карантин успела столько дел, и понимаю, это не предел. Помыла окна, гараж сверкает, от чистоты вокруг супруг офигевает. А если хоть на час инет я отключу, вообще весь мусор в доме исключу. Пусть бесится вирус жестокий, в тумане все планы как дым. Но варится суп, дети учат уроки, не сразу, но мы победим. Ну согласитесь, какая прелесть, когда на шопинг наконец идти осмелюсь. Я в маске и очках, и что пришло на ум? Плотный аквалангический костюм. Что приуныли? Ну нету мыла. Бумаги туалетной тоже не хватило. Не напугает нас, ни вирус не оврал. Я в 90-х жил и выживал. Пусть бесится вирус жестокий, но нас ему не победить.